Да. Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой с вами начинаем наш урок. Молитва может быть на устах, может быть в сердце, но только чтобы было обращение к небесам за помощью в этом сложном деле, как изучение пророков, и, как говорит Рав Кук, тот, кто изучает пророков, он не только вбирает в себя их слова, он соприкасается с пророческим духом. То есть человек, надо представлять себе, начинает мыслить более широко, более глобальными категориями, если он изучает пророков. Но при этом, конечно, нужна помощь свыше и определенный настрой, нужна любовь к земле Израиля и нужна любовь к своему народу и к Торе. И вот мы с вами закончили книгу Иошуа и переходим с вами к книге Шофтим. Мы с вами помним, что 1312 год до этой эры, по принятому летоисчислению, это исход из Египта, 1272 год, через 40 лет примерно, начало завоевания земли Израиля. Иошуа живет в земле Израиля, живет 28 лет, и 1244 год, по крайней мере, примерно, это дата его смерти до этой эры. И здесь начинается период старейшин. В общем-то, это эпоха судей, но определенный переходный момент, когда в живых еще ученики Иошуа, его приверженцы, может быть, не такие уж многочисленные, но все-таки есть люди, которые могли бы назвать себя его последователями. Это считается, что эпоха старейшин продолжается с 1244 года до 1227 года до этой эры. Это то, что можно представить, чтобы сориентироваться по времени. Для того, чтобы сориентироваться в духовной ситуации, в духовной обстановке, мы можем вспомнить, что Иошуа в конце своей жизни предвидит резкое падение, духовное падение сыновей Израиля из-за того, что завоевание земли не было завершено, и оно было не завершено, в общем-то, не по его вине, а по вине колен, которые каждый разошли свой удел, и каждый из них не справилась с задачей, не сумела вытеснить все народы, которые оставались на тот момент, не сумела вытеснить из предела своих колен. Возможно, кроме колена Иуды, хотя, скажем, и у него тоже успех был неполный. Неудачи эпохи Шофтим, они оказали огромное влияние на всю нашу историю, в общем-то, определили всю нашу дальнейшую историю, и можно сказать, что до сегодняшнего дня мы не смогли исправить все те ошибки, которые были совершены тогда. Ошибка в том, что не изгнали и не вытеснили народы, или, по крайней мере, как обязывает закон, не заставили их подчиняться, не только быть рабами и платить дань и участвовать в строительстве городов, но и принять на себя семь законов Ноаха. Этого не сделали. Ситуация очень быстро менялась, и канаанские племена, которые образовали анклавы целые, вкрапления, они начали противостоять сыновьям Израиля и даже пытались их изгнать из земли полностью. Такова эпоха судей, и Всевышний упрекает народ, посылает им пророка, который обращается ко всем сыновьям Израиля с упреком, что же вы сделали такое. На тот момент слова пророка воспринять очень, очень трудно. Можно как бы раскаяться, можно понять свои ошибки, но исправить их моментально очень трудно. И все, что остается, это только плакать и сожалеть о создавшейся ситуации. Давайте посмотрим, теперь соприкоснемся с вами с текстом и посмотрим, что же у нас здесь делается
в что же у нас делается в начале текста. Да. «И было после смерти Иошуа, и спросили сыновья Израиля у Бога, сказав, кто поднимется для нас на войну с народом Канаане сначала, чтобы воевать с ним». Обращение ко Всевышнему. Как обращается ко Всевышнему, мы знаем, обращается ли вы к пророку. Если нету сильного пророка, если нету непосредственного ответа через пророка, то обращаются к Урим и Тумим, то, что называется Урим и Тумим, нагрудник первосвященника, на котором 12 камней, на каждом из камней написано название одного из колен, и нагрудник сделан двойным, и между двумя слоями нагрудника лежит 72-буквенное имя Всевышнего. Первосвященник становится лицом к ковчегу Завета, царь или человек, ответственный за весь народ, или представитель народа, становится за ним и задает свой вопрос. Дальше буквы на нагруднике высвечиваются, и они как бы стоят перед лицом первосвященника. Он не должен смотреть себе на грудь, они стоят у него перед глазами, но задача его сложить эти буквы в правильный ответ. И тут нужна, конечно, пророческая помощь свыше. То есть в конечном итоге Урим и Тумим, нагрудник пересвященника, нагрудник суда, Хошин Мишпат – это, если так можно сказать, какой-то инструмент пророчества, помощь в пророчестве. Так же, как иногда музыка, музыкальные инструменты были для пророков помощниками для того, чтобы войти в пророческое состояние, так же и Урим и Тумим. И вот здесь сыновья Израиля задают вопрос, из которого мы с вами можем очень многое увидеть и очень многое понять. Во-первых, Иошуа не оставил четкого как бы наследника своего дела, продолжателя своего дела, ученика, которым бы такого же ученика, каким он был у Моше. Да, это один момент. Второй момент, мы видим, что как бы не говорится о трауре, который был после смерти Иошуа. Может быть, это могло быть не в тексте, может быть, это могло быть в Мидрашим, в комментариях. Нет, такого же траура, как после смерти Моше, не было. И здесь мы еще раз можем вспомнить, что говорили о Иошуа, что его лицо подобно луне, и если лицо Моше подобно солнцу, то лицо Иошуа подобно луне. И Гемара Вау Батра говорит, что горе поколению, которое говорило так. Здесь я напоминаю, что есть некоторое неумение, непонимание народа увидеть великого мудреца в том, кто сражается с оружием в руках. Казалось, что все войны должны быть такие же чудесные, как они были во времена Моше. И если пришлось народу сражаться по-другому, так как сражаются обычные армии, и даже нести потери, как мы видели под городом Ай, то в этом, видимо, как полагал народ, вина Иошуа в том, что он был недостаточным мудрецом Торы. И в этом было глубокое непонимание человека, который воюет с оружием в руках, глубокое непонимание того, что необходимо было завоевать землю Израиля, сражаясь подобно тем войнам, по крайней мере, которые ведут народы. Необходимо было выходить в сражение. Для того, чтобы была помощь свыше, нужно было набраться смелости и выйти в сражение. Нужно было воевать и даже иногда нести потери. Это другой период, другое время. Как говорят, меч и книга спустились в мир одновременно. То есть мудрец Торы, он должен уметь воевать. Войны в земле Израиля ведутся по-другому. Если в пустыне были всегда чудеса, то в земле Израиля
чудеса случались не всегда, или если они были, и они, безусловно, были на Иешуа, то они большей частью, опять же, не всегда, но большей частью были скрытыми. Это привело к непониманию величия Иешуа, человека, который совершил подвиг, скажем, если так можно сказать, духовный подвиг, не менее великий, не менее высокий, чем совершил Моше. Моше поднялся на гору Синай и принес Тору всему народу. Иешуа завоевал землю Израиля для всего народа. В том смысле завоевал, что без него это завоевание было бы невозможно. И они совершенно, как бы, их можно положить, если положить на заслуги Иешуа и заслуги Моше на чаше весов, то они будут равны. Рав Кук в книге «Урод» пишет, что это проблема, наша проблема, что мы не всегда понимаем людей, которые выходят на войну. Он говорит, когда мы смотрим на прошлые поколения и видим людей, которые выходили на войну, нужно себе представить, что они были людьми великими, и их война ни в коем случае не понижает их заслуг духовных и в плане Торы. Вот нету того конкретно, кто продолжит дело Иешуа, кто поднимет для нас на войну с народом Канаана. Если бы был кто-то, не нужно было бы спрашивать Всевышнего: дай нам лидера, дай нам того, кто выведет нас. И ответ Всевышнего здесь весьма и весьма неожиданный. И сказал Бог: Иуда поднимется, вот я отдал землю эту в руки его. Им Всевышний не дает конкретного руководителя. Он говорит о том, что Иуда поднимется первым, и землю эту я отдал в руки его. В каком смысле? Мы знаем, что каждое из колен должно завершить свое завоевание само. Да и фактически сейчас уже невозможно собраться в такую же армию, которая была во времена Иешуа, построиться и воевать в земле. Сейчас стратегия и тактика должна быть другой. Каждое колено должно вживаться в свой удел. Каждое колено должно подавлять те очаги кананских племен, которые остались. В каком смысле я отдал землю в руки его? Иуда должен быть примером. Он должен показать, что война возможна, потому что колено в растерянности. Кто нас поднимет? Да, мы увидим, почему они в растерянности, через несколько предложений. Кто нас поднимет на Канаане? Канаане уже собираются против нас. Они готовы раздавить нас. Мы чувствуем их реальную силу. Кто нам поможет? Всевышний говорит: Иуда. Он завоюет свой удел. Вы увидите, что это возможно. Он будет воевать и в горах, и на равнине. Он будет противостоять колесницам, по крайней мере, так планируется. Да? И вы увидите, что война – это возможно. Он вдохнет в вас дух. Вы знаете, как сами представляете себе, что на войне дух очень важен. Особенно на такой духовной войне, когда ты должен поверить, для того, чтобы произошло чудо, ты должен поверить в те силы, которые дает тебе Всевышний, в то обещание, которое дает тебе Всевышний. Эта вера начинает уходить постепенно, да, появляется растерянность. Да, Иуда покажет вам, если вы помните про Иешуа, говорится, что он человек, так сказать, духов, рухот, человек духов. Вот, говорят, что он умеет противостоять каждому и каждому, и пойти против любого для того, чтобы вести народ вперед. Мне кажется, что в выражении человек духа, прежде всего, как командир, он умеет вдохнуть дух. Такого человека нет уже. И вот Иуда поднимется, его успех
Кто бы ни стоял во главе Иуды, это не важно, колено Иуды покажет вам пример, а если нужно будет, оно придет и на помощь тем, кто не справится сам со своей задачей. Но прежде всего оно завоюет свой удел и покажет вам, что это возможно. Да? Это вот такое начало книги. С одной стороны растерянность, с другой стороны все-таки желание воевать и не бежать где-то и не искать себе укрытия и не покоряться кананским племенам. Еще одна сторона, нет руководителя, да, вот колено Иуды поднимется первым. «И сказал Иуда Шимону, брату его, поднимайся вместе со мной». Мы помним, что у Шимона нету как бы своего цельного удела, у него есть вкрапление его уделов в колено Иуды, как бы отдельные такие пятна. Да. Вот. «Я также пойду потом с тобой завоевывать надел, который ты получил, по жребию твоему, и пошел с ним Шимон». Первый успех, да, колено смогли объединиться. Мы понимаем, что это одна из проблем. Объединиться коленом довольно трудно, когда сейчас нету Иошуа, человека-духа, который духом объединял все колена, проявились различия в коленах, которые сформировались еще в период пребывания в Египте, каждое колено у него свой характер, да, им объединиться очень трудно. Но вот первый успех, Иуда с Шимоном, люди разные совершенно, колено разные, потомки разных людей, объединились вместе, да, и вышли на войну. «И поднялся Иуда на войну, и отдал Бог народы Канаане и Призе в руки их, и поразили в городе Безек 10 000 человек». Не в городе Безек здесь, а около города Безек. Да, так было бы правильнее перевести, вот, если переводить неформально. Около города Безек поразили 10 тысяч человек. Мы с вами чувствуем, что это война какая-то большая, глобальная. Да, 10 тысяч человек скажем, около города Безек, это какое-то войско, которое уже собралось вместе, объединилось. Мы понимаем, что в городе Безек, который, по крайней мере, по Даат Микра, он находится там, где находится современное арабское, так сказать, поселение Абу-Дис, да, вот, нет, это немножко не то, это как раз то, что мне бы не хотелось, да, то есть не совсем, на мой взгляд, верная оценка того, где находится Безек, да, вот это Безек в колене Иуды, мы здесь видим с вами западный Иерусалим, да, западную часть Иерусалима. Здесь старый город, а вот здесь отмечена деревня Абу-Дис, которая сегодня находится на первом шоссе, соединяющем Иерусалим и Тель-Авив. Да? Здесь где-то находился город Безек, и Иуда наносит по нему первый удар. Почему? Мы понимаем. Там происходит такое некоторое скопление, собрание тех войск, которые готовятся воевать против всего народа. Может быть, сначала нанести удар по Иуде и затем продвигаться в другие колена. Адони, да, теперь смотрим дальше с вами текст. Смотрим текст дальше, секунду. Так, да. И нашли царя, вот, сначала они поразили 10 тысяч, крупное войско, которое готовилось выступить против всех сыновей Израиля, и нашли царя Адони Безек в городе Безек. Да? Что значит нашли? А, мы понимаем, что сражение было за городом, он бежал в город и спрятался там.
и сыновья Израиля захватили город и воевали с ним. То есть сначала они его нашли, там поняли, что он убежал в город, потом они воевали с ним и поразили народ Канаани и Призи, который еще оставался в городе, да, и убежал от них Безек, и погнались за ним, и схватили его, и обрубили его большие пальцы на руках и ногах. И сказал от них Безек: 70 царей, у которых большие пальцы на ногах и на руках обрублены, подбирали крошки под моим столом, как я делал другим, так воздал мне Всесильный, и привели его в Иерушалаим, и умер там». Здесь очень, как бы, много для нас информации, объемная картина. Прежде всего, можно сказать, даже если число 70 царей, оно преувеличено, либо Адони Безек хвастается, либо Тора не приводит реальное число, а приводит 70, и хочет сказать, что много царей было у него под столом, которые ползали и собирали крохи, да, то есть побежденных царей, если даже их не 70, так все равно было много. Да. Мы понимаем, что Адони Безек – это мощь. Что это за цари? Что это за цари? Мы представляем себе, Адони Безек готовился к войне с сыновьями Израиля, и все, кто не хотел вступить в коалицию, да, или те, кто был слаб и не мог собрать большое войско, он поменял их, да, поменял правителей, поставил других правителей, а тех правителей, которые не хотели выступить против сыновей Израиля, или слабых из них, он взял их как пленных, и они ползали у него под столом, он обрубил им большие пальцы рук и ног. Да. Древний мир был жестоким, да, вот, это понятно, но здесь и он, наверное, не единственный, который издевался над своими пленными, хотя, может быть, в древнем мире не очень-то было принято убивать царей, их брали либо в залог, либо заключали с ними договоры, отпускали их, да, но тем не менее, да, тем не менее, значит, издевались, допустим, не над царями, но издевались над другими людьми, казнили жесточайшим образом. Даже в более позднее время, скажем, в период Римской империи, мы видим ту жестокость, с которой расправлялись с пленными, с рабами, да, просто невероятную жестокость. Так что же здесь особенного? О чем здесь говорится? Обрубил им пальцы рук и ног. То, что мы можем прежде всего для себя понять, что человек, у которого обрублены большие пальцы, он с трудом может совершать действия, не то что работать. Крошки ему трудно собирать. Если у него обрублены большие пальцы ног, ему трудно стоять вертикально. То есть Адони Безек хотел, как бы, чтобы все увидели, все кананские племена увидели, как он поступает с теми, кто не хочет выйти на войну, и что он хотел сказать. У них нету человеческого облика, они животные, потому что большой палец позволяет человеку работать, совершать разумные действия, держать оружие, держать вертикальное положение, если речь идет о пальцах ног. Это говорит люди, у которых нету облика, они как животные, да, они готовы быть рабами сыновей Израиля. Это то, что он хотел сказать, и то, что хотел показать другим. Но, возможно, об этом бы и не стоило говорить и рассказывать, если опять же учесть, что древний мир был очень жестоким. Да, если бы не реплика Адони Безек, да? Он говорит так, да? Вот было 70 царей, собирали крошки под моим столом, да? Так воздал мне Всесильный, да? И привели его в Иерушалаим, и умер там. Как он умер, не говорится. Может быть, он умер сам, может быть, умер от ран, может быть, умер от горя и позора,
Но это совершенно не важно. Важно то, что он признает то, что совершенно невероятно для древнего мира. Так же, как мы в свое время видели с вами рассказ о Рахав, да, что она говорит, да, что Бог отдал вам землю. Мы слышали о том, как расступилось для вас море, да, и так далее. Да, и признает Бога Всесильного. Более того, признает, что Бог не только на небе, но Он и на земле. И Он проявляется через сыновей Израиля. Обо всем этом говорит Рахав, женщина, которая живет в Ерехо. Да, это просто какое-то исключение. Женщина, у которой есть пророческий дар, пророческое восприятие. Да. Почти то же самое, может быть, трудно сравнивать, но как бы просто, как говорят, для цороха и ня, для дела, да, для того, чтобы понять. Да. Адони Абезек тоже совершает невероятное. Он признает Бога. Бога, который вмешивается в дела людей. Бога, который судит за преступление против человека против человека. Древние боги не вмешивались в дела людей, как правило. Они не судили людей за их поведение по отношению к другим людям. Тем более правителей за жестокость они не судили. Да? И Адони Абезек фактически как бы говорит о новой вере. Он говорит о Боге, который смотрит на людей, глаза которого на земле от начала года до конца года, и который судит людей и воздает им каждому мера за меру. Воздает им мера за меру. И сыновья Израиля, как мы знаем, да, они бы не стали варить, Адони Абезек не стали бы варить в горячей смоле, не стали бы заливать ему свинец в горло, не стали бы ему издеваться для того, чтобы не сожгли бы его живьем, для того, чтобы запугать другие народы. Это возможно только в самом крайнем случае, в каких-то самых крайних случаях, да, и то, скажем, мы видим, что Иошуа не поступал так, он умертвил царей, и так, как положено по закону, умертвил их мечом, да, и повесил их трупы до захода солнца, то, что позволяет делать Тора для того, чтобы устрашить врагов. Здесь сыновья Израиля отрубают ему большие пальцы. Да? То есть то, что я хотел сказать, да, что, во-первых, они не поступают с ним по крайней жестокости. Но, во-вторых, они делают что-то, что, в общем-то, противоречит закону. Да? Что противоречит закону. Зачем? Да? Это либо пророческое повеление, либо какое-то осмысление Торы, кидуш, Гашем, освящение имени Всевышнего для того, чтобы показать всем народам, что Всевышний судит, будет судить их не только за то, что они восстали против сыновей Израиля, он будет судить их за то, что они не приняли закон Бога, за то, что они не приняли 7 заповедей Ноаха, за то, что они проявляют жестокость по отношению друг к другу, жестокость, которая, в общем-то, выходит за рамки природы. Только человеческий разум может изобрести такую жестокость. Да, это даже как бы не, если так можно сказать, не животная жестокость, это сверхживотная жестокость, это нечто оскорбительное, это унизительное, да, это лишение человека его облика. Для этого сыновья Израиля, может быть, в одноразовом таком порядке делают то, что приведет к кидуш Гашем, к освящению имени Всевышнего, чтобы все народы поняли, что они пришли не просто завоевать эту землю, не просто поубивать всех, задача не поубивать, а привести к раскаянию, к осознанию тех ужасных дел, которые творят и делают эти народы,
И это, если так можно здесь сказать, получается. Здесь это получилось, а Адони Абезик, человек крайней жестокости, всю жизнь убивавший, развратничавший, жестоко поступавший с людьми, вдруг до него доходит. Есть Бог, да? Это не Бог, как бы, так в кавычках, Бог Спинозы, который не видит этого мира, да, не видит дела людей, а только как бы присутствует в этом мире, но Бог природы, но на дела людей не реагирует. Нет, это Бог-судья, Бог всесильный, который судит и воздает мера за меру. Это то, что произошло в начале войны. И у всех народов была еще одна редкая возможность понять и осознать, что происходит, понять и осознать то, что раскрывается Божественное присутствие, что оно идет сыновьями Израиля, и что Тора предъявляет требования быть человеком, нести человеческий облик. Она предъявляет требования ко всем. Был такой шанс, но его не восприняли, да? Его этот шанс упустили. Так же, как не отреагировали в большей степени, не отреагировали на письма Иошуа. Кто-то ушел, Гиргаши ушли, скажем, да, Гивеоним захотели из страха, из испуга, захотели принять Гиюр, что тоже, в общем-то, большая высота, надо сказать, даже из страха. Да, вот. Но, в принципе, принципиально большая часть народов не отреагировала, вступила в борьбу с сыновьями Израиля, с которыми идет Шхина. Здесь еще один шанс. Адони Абезик сам говорит, да? И, конечно же, его слова были известны, конечно же, его слова были переданы, да, и были известны в земле Канаан, не отреагировали, да, и воевались, да, то есть мы видим, что предложения здесь, они, стихи, они важны не только как повествование, не только как рассказ, да, о последовательности событий, да, но в них есть и какое-то требование сделать вывод, да, сделать вывод народом мира, да, народом Канаане в то время, народом мира сделать вывод сегодня. Да. В скобках надо заметить, что есть большое отличие между первыми пророками и пророками последующими, так сказать, пророками, как говорят пророки, пророки книги. Да? Это те пророки, которыми мы занимаемся с вами, Иошуа, Шофтим, Шмуэль, скажем, дальше книга Малахим. Это то, что называется первые пророки, это пророки, так сказать, событийности. Да? Мы здесь не видим большие философские учения, нравоучения. Мы здесь редко встречаем песни, которые говорятся во славу Всевышнего. Это связано и уже только начиная, скажем, со времени царей, позднего царства, появляются большие пророки, в том смысле большие, что у них много текстов, и тексты эти и исторического плана, и философского плана, и восхваление Всевышнего. И разница здесь понятна, да? Но мы можем представить себе, что появляется распространенная письменность, появляется гораздо позже, и возможность записать большие пророчества, она, большие тексты, и она появляется значительно позже, чем та эпоха, о которой говорим мы. И в эту эпоху как бы записываются в основном события, но из событий надо сделать вывод.
Да? Их не раскрывают, их не развертывают, не пишут целое учение, но из самих событий надо сделать вывод. То, что, может быть, следовало бы упомянуть в самом начале, то, что книга Шофтим была записана пророком Шмуэлем, и он как бы, если так можно сказать, считается ее автором. Мы понимаем, что автор – это слово условное, что автор тут, он пишет, когда на нем пребывает Божественный Дух, может быть, нам трудно сказать, может быть, большей частью получает то, что нужно записать, получает как пророчество слово в слово записывает. Да? Но в любом случае, как бы автор, так условно говоря, это пророк Шмуэль. Да? Дальше мы пробираемся с вами, и воевали сыновья Иуда за Иерушалаем, и захватили его, и поразили его мечом, а город подожгли. Мы видим, что сыновья Израиля, после того, как нанесли удар по большому войску, собиравшемуся против сыновей Израиля, они не останавливаются, они продолжают завоевание, и они приходят в Иерушалаим и захватывают его. Иерушалаим, по всей видимости, мы знаем, что через Иерушалаим был захвачен по-настоящему и заселен, и превращен в столицу только через 400 лет после начала завоевания земли Израиля, надо сказать, через 400 лет после исхода из Египта. И тогда он был большой и сильной крепостью. По всей видимости, сейчас это не столь укрепленный город, как мы его видим несколько более позднее время, во времена Давида, можно представить, во время предшествующего немного Давиду, город очень сильно укрепленный. Видимо, он не был таким сильно укрепленным городом, как раньше. И речь идет, скажем, не только о захвате города Иерушалаима, но о царстве, о захвате царства, которое также носило имя Иерушалаим и распростиралось на какое-то расстояние от города Иерушалаим. Вот. И поразили его мечом, а город подожгли. Зачем подожгли город, мы понимаем с вами, да, что заселять его не хотели. Опять же, нужно напомнить, что с точки зрения Галахи у войны есть две как бы стадии, две неразрывно связанные друг с другом части. Это завоевание земли и ее заселение. Если земля не заселяется, да, то мы представляем себе, что туда придут другие и заселят ее. Вот, для того, чтобы не захотели, Иуда не захотел заселять Иерушалаим, а поджег его, в отличие от Безека, который постарались превратить в крепость, в укрепленное место. Почему это так? Потому что Иерушалаим должен был быть, разделен вместе с Беньямином, да, его не разделили, то есть, по идее, надо было бы захватывать Иерушалаим вместе с коленом Беньямина. Да. Вот. И Иуда захватил Иерушалаим сам, без Беньямина, и не захотел его заселять, а просто вышел в надежде, да, что через какое-то время Беньямин придет и заселит этот город. Ушли, оставили город в надежде, что на более позднем этапе Беньямин заселит город. Беньямин города не заселил. Да. Нужно представлять себе, да, что, скажем, есть колено, в значительной степени они самостоятельные, как мы видим это при исходе из Египта. Да. Каждое колено жило по-своему, каждое колено
находилась в особом положении в Египте, как мы с вами говорили, так, например, сыновья Леви, как мы помним, они были, по крайней мере, в значительной степени свободны от работ для фараона, они считались жрецами, священниками, они жили в земле Гошен, не вышли оттуда и основное время посвящали работе пастухов и изучению Торы. Ефраим и Менаше, особенно Ефраим, старший, как бы старший по благословению, они были воинами фараона, были людьми свободными, как потомки Юсефа, они не были порабощены. И трудно представить, в каких, скажем, условиях находились другие колена, но они все занимались как бы разными работами. Да. Были и те, кто были гонцами фараона, да, это как бы специальность в древнем мире быть гонцом, и были те, кто были гребцами на его галерах, на его флоте у фараона, были те, кто перетаскивали кирпичи, были те, кто были больше привержены Торе, были те, кто меньше привержены Торе, так как не сумели сохранить традицию. Мы представляем, что колена были совершенно разные, да, и пребывание в Египте сформировало совершенно как бы и разные профессии, и характер разный, да, вот, да, и мы видим, что каждое колено получает свой, так сказать, свой герб, свое знамя, когда выстраиваются возле мешкана, и это знамена, с одной стороны, военные, когда нужно выйти на завоевание земли, то каждому дается свое знамя. С другой стороны, каждое знамя отражает некоторый характер колена. Да? Что я хочу сказать, да, пытаюсь сказать, да, что очень важны взаимоотношения между коленами. Их объединение очень хрупкое. Да? У каждого колена есть своя гордость. Большая гордость, как говорят Гават и Ехида, да, как в армии есть гордость, там, скажем, дивизии, полка, есть знамя, есть свои подвиги, есть свои герои, есть свой дух, да, так каждое колено, да, у него есть своя гордость, и обидеть одно колено другому ни в коем случае нельзя, да. Мы видим это в дальнейшем в книге «Судей», да, насколько болезненно воспринимается, когда кто-то не пригласил, не позвал на войну против противника, да, не позвал меня, колено Ефраима, сильное такое, да, что же ты не позвал, что же ты вышел один против него, да, но вот это оскорбило мое достоинство, это приводит вообще к междоусобной войне. Да. Если мы представляем себе этот момент, то мы представляем себе и это предложение. Захватили Иерушалаим, да, как бы Безек, мы помним, что Безек, он с запада, около Иерушалаима Амаравит, как бы, если так можно сказать, напротив западной части, на востоке, в общем-то, от Иерушалаима, да, на востоке от Иерушалаима, очень недалеко, да, и из Безека ударили по Иерушалаиму, это было естественно, потому что наверняка Иерушалаим присоединился к Адони Безек, вот, и послал туда своих людей, и они участвовали в войне, а мы знаем, что после сражения, да, город опустевает. Если произошло поражение на ровной местности, то в городе остается мало воинов. И вот логично было захватить Иерушалаим, Иуда направился в Иерушалаим, захватил его, да, а потом как подумали, ну а как же теперь с коленом Беньямина, что же делать-то, да? Может, они обидятся, да? Вот. И поэтому решили оставить город, ну просто оставить город невозможно. Поэтому подожгли его. Ну, дальше как будет, так будет. Колено Иуда, колено Бениамина придет, отстроит город. Да.
само войдет в него, да, мы как бы ничего не знаем, мы ему не сообщили, что вот мы завоевали для тебя город, приходи просто и владеем. Да. Мы вышли из города, оставили это для колена Беньямина. Колено Беньямина не заселило Иерусалим, как мы увидим впоследствии, да, и туда пришли филистимляне. Да. По крайней мере, часть, какое-то племя филистимлян пришло и обосновалось в Иерусалиме, построило, отстроило крепость, невероятную, неприступную, которую до Давида никто не мог взять. Да. Поэтому Иерусалим называется город Евусеев, а Агада рассказывает о том, что там жили потомки Плештим, потомки филистимлян. Вот мы с вами сейчас представляем ситуацию. Разрушенный, сожженный город, не оставленный, в общем-то, коленом Беньямина, не заселенный им, приходят Плештим и обосновываются там. И, как говорят, свято место пусто не бывает. Да. А затем спустились сыновья Иуды воевать с народом Канаан, да, живущим на горах и в южной пустыне, и на приморской низменности, и пошел Иуда на остаток народа Канаане, проживавших в Хевроне. А название Хеврон прежде было Кирьят-Арба, и поразили сыновей великана. Да. Мы видим, что об этом говорилось уже. Об этом говорилось уже раньше, в конце книги Иошуа. Да. И здесь для того, чтобы показать, что война, начатая во времена Иошуа, она продолжается, или те события, которые мы говорим о них сейчас, они являются продолжением той же самой войны, которая началась во времена Иошуа. Война оказалась незаконченной, незавершенной. Да. Вот. И незавершенный, для того, чтобы показать это, говорится нам здесь об этих событиях, которые, возможно, произошли еще при жизни Иошуа, завоевание части колена, надела колена Иуды. Да. Вот, и мы помним, да, и здесь, да, и сказал Калев: «Кто поразит Кирьят-Сефер и захватит его, и дам ему Ахсу, дочь мою, в жены». Да? Кирьят-Сефер. Да? Не совсем понятно, так, называет ли так Калев Хеврон, или он называет так один из городов, прилегающих к Хеврону, да? Или он называет так всю область, всех комплекс городов Хеврон и его соседей. Да. Кирьят-Сефер, мы понимаем, что это город книги. Да. И тут нам важно увидеть намек, не только как бы реалии, да, что Калев как бы пользуется приемом таким в древнем мире, как говорит, да, кто захватит город, то проявит смелость, то будет отважным, если останется живой, я ему отдам в жены свою дочь. Говорят, что Калев поступил неправильно, да, что понятно, что Калев сам большой мудрец, праведник, да, человек, в общем-то, пророческого духа. Вот, и отдавать дочь в жены, как бы, за человека, даже за человека, который проявит храбрость, но он является человеком, может быть, будет человек неграмотный, человек земли, как говорят, амарец, да, вот, просто проявил храбрость, один, может быть, один раз в жизни, да, это не очень-то хорошо, да, отдавать свою дочь за такого человека, поэтому говорят, что Калев поступил неправильно, но ему повезло, Всевышний ему ответил, да, посмотрел на него благосклонно и захватил его Отниэль бен Кнац, младший брат Калева, да, у них один и тот же отец, но разные матери, да, и дал он ему Ахсу, дочь свою, в жены, и он отдает ему
Ахсу, свою дочь, отдает ему в жены. Да. Здесь как бы Мидраш, если так можно сказать, чувствует, что здесь есть целый ряд проблем, и пытается, опять же, я условно говорю, конечно, это, скажем, просто для того, чтобы как построить рассказ, конечно, Мидраш ничего не пытается, он просто является устной Торой, но давайте так и скажем, да, что здесь устная Тора дополняет рассказ, который, видимо, не совсем тут цельный. Да. Мы понимаем, что война здесь ведется, да, не совсем так, как в других коленах или как в других ситуациях. Калев выходит на войну со своим домом отцов отдельно. Он просил Иошуа, чтобы ему было дано право завоевать Хеврон самому. Не в одиночку, конечно, а с домом отца, со своими семействами, родственниками своими. Да. Мы вот видим, что и Отниэль бен Кназ, он из родственников Калева. Это клан как бы, да, поднимается на войну в Хевроне, и она ведется несколько по-другому. Да. Она как бы, Калев хочет приблизить эту войну к тем войнам, которые велись во времена Моше. Да. Он хочет, чтобы эта война была духовной, чтобы сила духа была определяющей. Да, определяющей. Знания Торы были определяющими, да, чтобы во главе войска встал не только человек смелый и отважный, да, а человек, который знает глубоко Тору, может быть, не меньше, чем, так условно говоря, хотя бы, да, не меньше, чем Иошуа, может быть, не меньше, чем Моше. Да. Он должен возглавить это войско, и его победа, да, Калев надеется, что она будет чудесной, да, она покажет всем, насколько важна не только смелость, не только отвага, не только желание исполнить заповедь Всевышнего завоевать землю, да, но и тот дух, который живет в тебе, и прежде всего как бы знание Торы, да, знание Торы, может быть, трудно представить себе, о каком знании Торы идет речь. Конечно, не о формальных законах, только о представлении о духовных мирах, о значении заповедей, да? Вот, о такой привязанности к Торе Моше, глубочайшей Торе, Торе того человека, который стоял на горе Синай и разговаривал со Всевышним. Да? И Мидраш здесь дополняет, и он говорит, что во времена Отниэля бен Кназа, да, были восстановлены те 3000 галахот, которые были забыты во время траура по Моше. Да. И здесь мы с вами можем представить такой момент, намек, который дает нам Мидраш. Да. Конечно, не число важно, потому что если бы была забыта даже одна галаха, да, и, наверное, что-то действительно было забыто, и даже не в том плане, что забыли, как делать, забыли, как завязывать цицит, забыли, какой узел должен быть на тфилин. Да, безусловно, что дело не в этом, дело в утрате какого-то уровня, какого-то смысла того учения, которое было во времена Моше. Да. И 3000 указывает на этот уровень. Да. Не знаю, как тут обойтись без таких, условно говоря, каббалистических терминов, но придется. Да. Говорят, что вот нижний уровень, там, где
речь идет о частном человеке, он соответствует единице. Да? Более высокий уровень понимания, да, там, где начинается разговор, разговор, скажем, о шхине, да, когда при, с 10 людьми, 10 людей – это миньян, это какое-то поднятие на следующий уровень, тут появляются десятки. Да. Дальше, когда речь начинает идти о пророческом уровне, тут появляются сотни, да, и когда речь начинает идти об уровне, да, об уровне всего народа, о храме, о пророчестве, связанном со всем народом, да, тут появляются тысячи. Да, 3000, да, тысячи появляются. То есть мы понимаем, что со времен Моше было утрачено что-то. И что же было утрачено? Было утрачено значение тех галахот, которые относятся ко всему народу. Да? Вот, относятся ко всему народу. Это значение царства, это значение храма и это значение пророчества. Да? Или понимание, или ощущение этих важностей, важности этих галахот, оно отошло на второй план, на задний план, или о них вообще просто забыли, и каждое колено видело перед собой свои задачи отдельно, на уровне, так говоря, на нашем языке, на наших терминах, которые мы ввели, на уровне сотен оно видело, да? Но на уровне тысяч всего народа перестали видеть это. А есть галаха, да? И Отниэль бен Кназ, да, он возвращает это понимание, глубокое понимание, да, и даже ощущение этого закона, да, необходимости привнести общий уровень царства, храм, глобальное пророчество. Да, вот. И скажем, да, и Мидраш говорит, да, что это является духовной основой того завоевания, которое вел Калев и его семейство. Оказалось, что Калев не решает частные проблемы, его семья не решает частные проблемы. Его семья не только реализует то обещание, которое ему было дано Иошуа, да, еще Моше, может быть, Иошуа было дано обещание. Да, Моше, конечно, было дано обещание, потом Иошуа было дано обещание дать ему Хеврон, место, где праотцы всего народа. Он завоевывает это не для себя. Он, может быть, там будет жить, да, но он завоевывает это для того, чтобы народ объединился, да, через понимание, как бы, глобальных принципов Торы, да, через корень присоединения, через понимание своего корня присоединения к праотцам. Да, возможно, он видит, мы не знаем, где должен быть храм, мы об этом можем поговорить отдельно, почему Тора не сказал, где должен быть храм, но возможно, что Калев видит столицу в Хевроне, там, где похоронены праотцы, и как действительно Давид сначала устанавливает на 7 лет столицу в Хевроне. Да? Может быть, он видит ее там. Да? Но мы понимаем, о чем идет речь. Да? Что Калев видит завоевание земли не только как физическое действие обязанности исполнить заповедь главную на данный момент, на его время, да, изгнать народы, да, но и продвинуться к глобальному пониманию, да, значения завоевания земли, объединения колен, да, возвращения пророчества, может быть, такого же уровня, как было во время Моше, как представляет себе Калев. Да. И он поэтому говорит, да, мы выходим в бой,
но мне важно, кто идет в бой, да, вот. Мне важно, если у меня есть снайпер, условно говоря, да, то мне важно не только, чтобы он поймал врага на мушку и нажал на курок. Мне важно, чтобы как всякая заповедь исполняется с глубоким пониманием, для чего это делается. Мне важно, чтобы Хеврон был захвачен с глубочайшим пониманием того, зачем мы пришли в эту землю, что у нас есть и того, что у нас есть общий корень, да, и того, что мы должны построить храм, и то, что с нами должно быть сильнейшее пророчество. Мне важно это, чтобы снайпер, когда он нажимал на курок, да, он мог, да, представлять себе, чтобы эта заповедь завоевания исполнялась с глубочайшим пониманием. Если заповедь исполняется с глубочайшим пониманием, то результат другой. Как говорится в книге «Цемах Цедек», да, что заповедь похожа на птицу. Тело у него – это действие, а крылья, да, – это намерение человека, трепет перед Всевышним и любовь ко Всевышнему, за которыми стоят глубочайшие знания. То же самое и с завоеванием земли Израиля. Так представлял себе Калев эту заповедь. Да. Вот. Здесь мы с вами... «И захватил его от Аниэль бен Кназ, младший брат Калева, и дал он ему Ахсу, дочь свою, в жены». А вот о значении женщины, праведной женщины, мы поговорим в следующий раз. Сейчас я хочу остановиться и предоставить вам возможность задать вопросы или возразить, или что-то обсудить. Да? Так что, пожалуйста, я вот сейчас снимаю шер, секундочку. Да. Так, где же? Ну, неважно, вопрос можно задавать, я вас слышу. Я сейчас постепенно как бы верну экран. Да, постараюсь вернуть экран. Вот я просто не вижу эту кнопку шер, где она сейчас. А, вот, да. Вот, да. Пожалуйста, если есть что-то спросить, я к вашим услугам. Да. Кто заставил колено Иуды в этой войне? Кто возглавил колено Иуды в этой войне? Калев. Калев был ровесник, да, Иошуа. Почему он не возглавил все, как преемник Иошуа? Он был один из двух разведчиков вместе с Иошуа и так далее. Почему Калев не возглавил, не стал во главе колена Иуды, стал во главе колена Иуды, стал не Отаниэль бен Кназ. Отаниэль бен Кназ, да, я понимаю, да, я просто... Все, весь народ. Я понимаю, да, я понимаю, я как бы рассуждаю вместе с вами, пытаюсь представить себе. Отаниэль бен Кназ считается главой колена Иуды, да. Почему не Калев? Мне сейчас трудно сказать, вопрос замечательный, я подумаю над ним. Да? Почему не Калев? И второй момент. Иерусалим, он его завоевал, но покинул. Колено Иуды покинул Иерусалим. Мы с вами попытались представить себе, почему. Калев, да, почему? Калев ли? Не знаю. Да? Калев ли стоит во главе колена? Мне трудно сказать сейчас, как бы я... как бы представлял себя Отаниэль бен Кназ, как первый судья, стоит во главе колена Иуды, вы задаете совершенно правильный вопрос, а где Калев? Я пока не знаю, надо подумать. Да? Вот. Оставил ли Калев, колено Иуды, давайте скажем, да? Оставила Иерусалим, почему я пытался объяснить? Да? Потому что это оскорбление для колена Бениамина, начать войну за его территорию, не спросив у него. Иерусалим, он пополам с коленом Бениамина. Часть Иуды, часть Бениамина. Да, там по храмовой горе проходит, в горе Мурья проходит граница, которая разделяет колено Иуды и колено
колена Беньямина. Не захватить Иерусалим было просто нелогично, как бы, да. Они разбили Адони-Безек, они разбили войско под Безеком, которым наверняка были войска Иерусалима, которые послали своих людей из Иерусалима соседнего, да. Иерусалим был ослаблен до предела, как бы мы с вами видели это во времена Иошуа. Вышли воевать в поле всех перебили, после этого легко захватить город. То есть нельзя было упускать этой возможности. Колено Иуды зашло в Иерусалим, захватило его, да, как бы сходу. Да, вот. А дальше что делать? Да? Сейчас звонить Беньямину и говорить: здравствуйте, мы захватили ваш надел. Да? Обидеться. А это серьезно? Да? Это серьезно. Поэтому решили так. Мы сожгем город, мы выйдем из города, не можем его оставить, потому что тут же его заселят и укрепят, и восстановят там ворота кананские племена. Мы его сожгем. В надежде, что колено Беньямина, да, само придет без телефонного звонка, обнаружит город, начнет его заселять, да, возможно, завершит завоевание каких-то там областей вокруг Иерусалима, да, и само завоюет город. Да. Для того, чтобы представить себе, что это серьезно, нужно представить себе дальнейшую историю книги Шофтим, как мы с вами говорили, из-за того, что одно колено не позвало другое на войну, возникла междоусобная война. Там, на войну то с противником. Такого центрального органа объединяющего не было, да, после Иошуа. Мы же видим, что не было. Начало книги нам говорит, кто поднимется, да, ожидают ответа, что такой-то и такой-то, да, вот, возглавит народ, Всевышний должен указать на такого. Нет, этого ответа нет. Колено Иуды поднимется. Колено Иуды, как бы, да, все равно, кто будет стоять в его главе, оно начнет войну, и оно вдохнет новый дух во все колена, которые уже начинают опускать руки. Да, вот. Поэтому конкретно нету никого. Да, вот. На какое тогда право у Беньянима претендовать на Иерусалим, если он не участвует в войне? Какое право претендовать на Иерусалим? У наделы разделены по жребию, по слову Всевышнего. Да? И разделены по слову Всевышнего. Вот. И ну, каждое колено... Также по велению Всевышнего нужно их завоевать. Беньяним в этом не участвует. Нужно, конечно, нужно. Не завоевали. Не завоевали. Сложилось там такая... устраняется, он как бы лишает себя почему претендовать и обижаться там и так далее. Есть ли право обижаться или нет, я еще раз говорю, нужно заглянуть дальше в книгу Шофтим, какие бывают конфликты из-за того, что достоинство одного колена оказалось униженным. Из-за этого бывают... Беньямин вышел, не вышел, мы не знаем сейчас, да, но сказать ему, послушайте, да, колен Беньямина, вы же ничего не делаете, мы вот тут городок для вас захватили, давайте заселяйтесь сейчас по-быстрому, да, все, это конфликт, мы видим это из дальнейшего. Да, каждое колено отстаивает свое право вершить суд, судить, наказывать преступников, да, воевать и защищать себя, да, мы как бы не обращаемся к другим, мы готовы объединиться с другими, да, вот, но у нас есть гордость, да. Вот этот момент нужно себе представить очень, очень хорошо, да, вот, может быть, да, можно понять, что такое национальная гордость, и поделить ее на 12 для каждого колена. Но, опять же, я говорю, этот момент совершенно принципиальный. Да? Когда ты захватил Иерусалим, ты не знаешь, что делать тебе дальше. Да? Как его сдать тебе, Беньямину? Или, по крайней мере, даже часть Иерусалима. Им предпочитают сжечь Иерусалим, возможно, часть Иерусалима предпочитают сжечь, но оставляют и выходят, и оставляют город полностью. Окей. Хорошо.
Рав Зев, ну, у меня, как всегда, это навязчивый вопрос актуализации того, что мы прошли сейчас. Все время в голове сидит постоянно этот вопрос, что нам, как нам сейчас актуализировать то, что мы сейчас выучили. Актуализация совершенно конкретная, да? Конечно, нужно представить себе ситуацию. Актуализация совершенно конкретная, она во второй главе, и я как бы упомянул о ней для того, чтобы было как бы вот понятно, что мы говорим не только о прошлом, но и о сегодняшнем времени, да? Заключение договоров с народами, которые проживают здесь, да, это колоссальная проблема по многим причинам. Да. Во-первых, да, скажем, договор, заключенный с именем Всевышнего. Да, вот, вообще просто договор. Да, он ставит в ситуацию, из которой потом невозможно выйти. Нарушать этот, заключить договор, да, это осквернение имени Всевышнего, потому что ты как бы союзник Всевышнего, а ты через себя делаешь союзником Всевышнего идолопоклонников, уже осквернение имени Всевышнего. Но потом разорвать этот договор, это тоже осквернение имени Всевышнего, еще больше. Да? Вот говорить, что сыновья Израиля не держат слова, что для них имя Всевышнего ничего не значит. Да? Вот. И да, мы видим, что и в главе Мишпатим в Торе Тора предупреждает: не оставляйте народы, потому что они будут вам колючками, потому что они будут вам шпами на дорогах и колючками в глазах. Только не оставляйте, будут претендовать не только на ту землю, на которой они, но и на ту землю, на которой вы живете. Да? Вот. Как бы все это предупреждение Торы оказалось непонятым, да? Оказалось непонятым то, что это заповедь, величайшая заповедь завоевать землю Израиля, как пишет Рамбан, Нахманид, наша заповедь не оставить ни одного куска в руках чужих. Он имеет в виду управление. Власть должна быть сыновей Израиля. Почему? Потому что закон должен быть сыновей Израиля. Закон сыновей Израиля или закон сыновей Ноаха, который идет через сыновей Израиля, но на земле Израиля он должен быть утвержден на государственном уровне, а не просто на уровне «хочу-не хочу». Да? Это наша заповедь. Эта заповедь оказалась непонятой, оказалась неисполненной. Когда не изгоняют народы, не устанавливают власть, это неизбежно приводит к заключению союзов, да, которые потом перерастают, как предупреждает Тора и как предупреждал Йошуа, в заключение смешанных браков, вот такое смешение уже. Вот. И дальше как бы последствия, очевидно, распространяются и до поклонства. И Всевышний говорит: как я хотел сделать вам, как я хотел сделать им, так я сделаю вам. Я хотел из этой земли изгнать идолопоклонников, чтобы здесь не было идолопоклонства, чтобы не было жестокости и несправедливости. Вы стали как они, так я сделаю с вами, как с ними. Другое дело, что у меня с вами союз вечный, я вас верну потом сюда, да, немножко выстирав, да, почистив, иногда не самым простым образом, к сожалению. Я вас верну и начну все заново. Да, вот. Но на данный момент я вам говорю: вы как они, я вас изгоню. Да? Это как бы это то, что предвидел уже Йошуа, и то, что разворачивается в книге Шофтим. Книга Шофтим, вторая глава, начинается, да, с того, что приходит пророк и говорит: зачем вы это сделали? А какая реакция? Плачут. Когда плачут? Когда ничего невозможно исправить. Да? Как мне. Вот, да, если ты можешь исправить, чего плакать? Когда ты не знаешь, что делать, и ты понимаешь, что большая проблема, плачут. О чем плачут? О том, о чем упрекал их посланец Всевышнего, о том, что заключили договоры. Зачем вы заключили договоры? Что вы теперь будете делать?
Не знаем. Не знаем, что делать. Поэтому актуальность этого совершенно, совершенно очевидна. Я постарался это подчеркнуть в введении той книги Шафтим, того комментария книги Шафтим, который я составил, да, и помню, что, скажем, несколько человек отреагировали и сказали, как бы прочитав уже всю книгу, сказали, так это же просто о нашем времени. Один из них – это жена профессора Брановера, да, вот когда она прочитала эту книгу, она сказала, так это же разговор просто о нашем времени. И действительно, да, все пророки и первые пророки – это разговор о нашем времени. Если бы это не было так, не стоило бы так подробно учить. Да? Ну, выучили там событийность, такой-то год то-то, такой-то год то-то. Да? Если бы мы не представляли себе, да, вот, что народ, который не знает своей истории, переживает ее дважды, да, это справедливо для всех, а нас это справедливо в миллион раз, да, умножить на миллион, то он так и нет, мы бы тогда и не учили подробно книги пророков, не старались бы проникнуть в их смысл. Да? А так мы видим. Мы видим с вами Иошуа, руководителя, который видит только семена еще зарождающиеся, да, что не хватило духу изгнать народы, да, еще нету идолопоклонства, и оно не распространилось, еще все народы, и все, еще все колена живут как бы объединенно вот вместе. Он им уже говорит, вы будете служить идолам, он видит вперед. Видите вперед. Почему? Потому что не изгнали народы. Ну и так далее. Как бы я думаю, что да, тут совершенно аналогии здесь очевидны. Да-да, понятно. Спасибо, Родин. Это как бы вывод, действительно, он идет стержнем всем через главу Шафтим и постоянно появляется это. Если более поздние пророки, они нас будут учить через философские принципы, определение того, что такое зло, что такое добро, да, вот как происходит постепенно, скажем, да, материализация сознания общества, они нас будут учить таким вещам, да, то первые пророки, они нас учат на примерах, на исторических примерах, да, более просто, более грубо, если так можно сказать, более емко. И иногда, как мы видели в истории с Калебом, скажем, такие глубокие философские моменты, они спрятаны в текст, не развернуты. Да. Окей. Хорошо. Ладно, если нам надо с вами, к сожалению, заканчивать нашу сессию, очень надеюсь, что она была успешной для нас, вот, и обязательно постараемся с вами продолжить, и надеюсь, что нас ждет дальше впереди много всего интересного. Не знаю, всегда ли будут у нас оптимистические выводы, да, но интересного, безусловно, нас ждет очень много впереди. Так что уже жду следующей встречи с вами. И большое-большое спасибо за внимание. На вопрос Ефима я постараюсь ответить в следующий раз, если смогу, конечно, потому что вопрос несколько меня поставил так в тупик неожиданно. Хорошо. Ладно. Спасибо, Равзи.